Вот сегодня такое у нас второе официальное мероприятие. И сегодня оно невероятное, потому что мы решили таким образом отметить наше 25-летие, 25 лет, как мы работаем с художниками, как мы украшаем этот мир. Мы сделали очень много выставок как в Эстонии, так и во многих странах мира. Поэтому я хотела, чтобы сегодня был праздник именно для художников. И сегодня у нас очень представительные гости. У нас сегодня есть посол Молдавии, у нас сегодня есть посол Белоруссии, у нас есть представители российского посольства. То есть очень серьезные гости. Я им очень благодарна за то, что они пришли. У нас есть вот Хану, наш любимый, который всегда посещал наши выставки все эти годы. Спасибо вам большое. Сегодня у нас много еще и прессы, поэтому все это, то, что сегодня у нас случится, вот во время открытия, то есть, вот, зафиксируется. И у нас сегодня удивительные гости, невероятные гости. Это хор Светланы Зугаровой. И сегодня они нам сделают большой-большой сюрприз. Все это запишется. Вот все видят вот здесь такого трубочиста. Так вот, он там на площади стоит, и мы с ним познакомились, и он велел о себе немножко рассказать. Вот вы сейчас услышите небольшую часть будущей оперы, вернее, опера уже есть, просто мы ее сегодня не можем вам показывать, это слишком длинно. Вы услышите разговор детей и трубочиста, и потом вы услышите финал этой будущей оперы, где наконец-то нашлось то желание, которое может выполнить трубочист, если потрогать его за пуговицу. Вот, все это было сочинено у нас в Центре русской культуры, и все это для вас. Спасибо. Трубочист, трубочист, ты плечистый и чист, повидал ты по свету многое. Расскажи нам, где ты был, где ты жил, и какой до нас добрался дорогою. Как у нас ты очутился, может, просто заблудился. Не блуждал я вовсе, нет, но в моей родной стране трубичных и дымоходов слишком мало. А вот в Таллине у нас, где бывал я много раз, для моей работы кое-что осталось. Города, чем древней, тем они дороже мне. Не люблю я барахола отопления. А над крышами дымок, тихий зимний вечерок, то горящие в камине поленья. Вот что нравится мне, я готов в Бастроне чистить каждый дымоход. Вот! Трубочист, мы не зря собрались, мы послушаем тебя со внимания. Можно в нашем краю, тронув пуговку твою, нам исполнить любое желание. Вот, к примеру, мы весь день катаясь, горки та-та-та-та. Учебники ни разу не раскрыты, получали исключительно пятерки, и не отвлекались, и не открывались вовсе от компьютерной игры. То ли да,
известный добрый чек. А в обед бы ели мы не макароны, а одни конфеты, только лишь конфеты, мы не соблюдали бы решек. Бывают в Евразии и Бразилии, и Малайзии, и мечты непременно сбываются, если искренне пожелаются. И моя золоченая пуговица вам поможет исполнить желание. Чудеса бывают в Евразии и Бразилии, и Малайзии. Все у вас непременно получится, если каждый проявит старание. У того, кто прилежно не учится, ничего никогда не получится. Чтобы в жизни чудо случилось, постарайтесь, сделайте милость. Пусть будет наш древний дали, прекраснее года в года, лишь солнечный день. На выставках тоже не встречались, но вот в этом удивительном зале встретились. Это три поколения художников: Метры, Юрий Арак, Хелмер, Влад Станишевский. Здесь есть работа Николая Ивановича Кармашова. Это его последняя работа. Ее никто не видел. Называется «На дорогу домой». Это на границе между Эстонией и Россией. Это Псковская область. Это деревня, где родился Николай Иванович. И эту работу никто не видел, поэтому у нас вот такая уникальная работа есть. Есть работа Влада Станишевского. И здесь есть среднее поколение художников, есть поколение художников, те, которые переняли эстафетную палочку. Это вот Алексей Шатунов у нас здесь присутствует. Станислав Антипов тоже должен подойти. Есть художники, которые первый раз принимают вообще в наших выставках. Но я хотела сказать, что с каждым из этих художников нас связывает целая жизнь, потому что эти люди все не случайные. Мы сделали очень много выставок, мы сделали очень много красивых событий во всем мире, и с каждым из них тоже это часть жизни. И вот
была очень дружная развеска. Художники вместе все. Я даже больше любовалась вот этой развеской. Здесь художники разных национальностей. Мне всегда приятно, когда на наших выставках висят рядом азербайджанские художники, армянские художники, украинские художники, русские художники, греческие художники, молдавские художники. Здесь очень много разных национальностей. Здесь нет политики абсолютно. Здесь есть только настоящее искусство. Спасибо вам большое. Я хотела подарить... Нет, мне достанет. А, достается. Я хотела позвать сюда художников, которые участвуют. И вот будет он такая розочка каждому. Алексей, пожалуйста, это вам. У нас эксченч, это вам. Спасибо вам. Спасибо, да, спасибо. Так, кто у нас там? Александр. Сейчас я вас познакомлю. Так, вам. Владимир, подожди, потом мне. Владимир, так, это вам, спасибо, спасибо, обнимаю. Так, сейчас, подождите, Ирочка Барсикян. Ирочка не часто участвует в наших выставках. Спасибо. Большая радость. Это так, кто у нас тут еще? Равшан, выходи. А вы не уходите, не уходите. Идите сюда, все тут стойте. Давайте. Назад все, да. Поздравляю. Верочка Стрешевская. Пожалуйста. Галина Преображенская. Ой, здравствуйте. Да, не нюхайте. Владимир Павлович, можно вас сюда, да? Так, Володя Аншон, где он у нас тут? Так. Света Алексеева, выходите, выходите, пусть вас видят. Так, кто, кого я еще забыла? Так, Ира. Так, из художников, наверное, опаздывают, как всегда. Так, и у нас есть еще... Один художник, который никогда не принимал участие в наших выставках, но он всегда приходил на выставки. Он жил в Греции. Его зовут Алексей. И он говорил, что он художник, но почему-то никогда не показывал свои работы. И так случилось, что его не стало. Но он связывал две страны, Грецию и Эстонию. И сейчас вот его муза Светочка здесь присутствует. Я бы хотела, чтобы она сюда вышла вместо Алексея. Вот его работа, видите? Сейчас мы... Ой, достану розу. Вот, спасибо. Пожалуйста, к нам сюда присоединяйся. А это вот еще те, кто не пришел, но я им подарю. Вот посмотрите на них, вот на этих людей. Вот они украшают наш мир, делают его добрее, делают его красивее. Да. А ты только не ушла. Нет никакой политики здесь, и им низкий поклон. Спасибо вам, художники. Я хотела сказать спасибо за эту выставку, потому что она носит необыкновенное название «Посвящение куратору выставки». Я не знаю, были ли такие выставки вообще, да, и то, что вы принесли, то, что вы сделали такой подарок для меня, вам огромное-огромное спасибо. Вот, может быть, кто-то из вас что-то скажет. Оленька, спасибо, Сергей, спасибо. Конечно, он нас пустил в этот дом, и это подвиг, когда художник пускает в свой дом других художников.